Порядка 500 лидеров и активистов детских общественных объединений Якутии собрались на ежегодном фестивале единого детского движения «Стремление» под эгидой главы республики. В течение двух дней пройдут конкурс презентации деятельности объединений «За Родину, Добро и Справедливость», республиканский конкурс игровых программ «Шаг вперед» и третий республиканский конкурс социальных проектов «Единое детское движение «Стремление вперед». По итогам программы лучшие представители детских организаций получат путевки во Всероссийский детский центр «Океан» и памятные призы от профильных министерств и ведомств республики. Ежегодно фестиваль собирает более 500 ребят. Сегодня это 25 районов муниципальных образований, включая город Якутский и городской округ Жатай. Ну, все приехали с прекрасным настроением. Как вы видите, у нас здесь проходит выставка, презентация детских общественных объединений района. Это у нас тоже как конкурсное испытание нашего фестиваля является. И они будут рассказывать о своих выставках. Дети представляют свои достижения, что у них случилось за этот год, какие новые дела, как они внедряют наши 8 направлений детского движения в своих районах и как сильно и быстро развиваются их детские объединения на уровне района.